Здравствуйте, я Ольга Котельникова и со мной Владимир Шемилев из команды профессионалов Breakout Gaming. Он также обладатель золотого браслета 2013 года мировой серии по Omaha Hi-Lo. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Как вы совмещаете ваш бизнес с вашим хобби покер? Я стараюсь, чтобы в моем бизнесе за меня работали мои деньги, а свободное время стараюсь посвящать любимой игре, покеру. Владимир, когда вы начинали играть первый раз, это было в сети или у вас было вживую покер? Когда я начинал играть покер, это было 25 лет назад, в России еще не было интернета. И сейчас вы играете больше в онлайн? Сейчас я, наверное, больше играю в онлайн, потому что это удобнее. Вы можете открыть компьютер или зачастую iPad и играть в любую минуту, когда вам хочется. И вы также выиграли много миллионов долларов в сети? Да, потому что в сети вы можете играть любое время, и скорость игры очень большая, поэтому если у вас высокий уровень игры, вы можете выиграть быстро большие деньги. Окей, значит, это ответ нашему вопросу, что вы считаете онлайн-гейминг это более прибыльный? Да, если вы хорошо играете, это более прибыльно. Окей, хорошо. Можете мне немножко рассказать насчет крипто, состояния крипто в России в данный момент? Да, в какой-то момент российское правительство рекомендовало Минфину и Центробанку запретить хождение криптовалюты в стране. Но этого не произошло, а также глава Центробанка Герман Греф считает, что запрещение криптовалюты – неправильный шаг, так как Россия может отстать в новых технологиях финансовых от всего мира. И на сегодняшний день многие криптовалюты успешно используются в России. Наиболее популярны – это биткоин, а также выпущена российская криптовалюта Рукоин, которая, в принципе, имеет некую государственную поддержку. Я думаю, что криптовалюта на сегодняшний день в России приблизительно находится на таком же уровне, как в европейских странах, Германии, Франции и Соединенных Штатах. На сегодняшний день криптовалюта действительно запрещена только в Таиланде и в Китае. Значит, вы не видите, что она будет запрещена в России в будущем? Я думаю, что в России, в принципе, финансовые законы очень демократичные, и полностью запрещена она не будет. Может быть, она как-то будет упорядочена, но не запрещена полностью. Хорошо. Окей, также вопрос, почему вы вошли в проект Breakout Gaming? Я с удовольствием вошел в проект Breakout Gaming, так как я считаю, что здесь открываются большие возможности для игрока играть в покер, делать ставки, а также играть во многие такие популярные домашние игры, как Gin Rummy, нарды, другие карточные игры. Это очень интересно для игроков. Хорошо. Во время первичного предложения от Breakout вы купили монеты? Да, я купил огромное количество монет, так как я считаю, что сочетание игорного сайта и криптовалюты – это очень выгодное вложение, которое принесет огромный доход. И что вы планируете делать с вашими монетами? Как только сайт запустится, я буду играть, а поскольку в игре я всегда выигрываю, я буду приумножать эти монеты, которые, думаю, будут также расти, и на это можно сделать просто состояние. Хорошо. Спасибо большое. С нами был Владимир Шемилев. Удачи вам. Спасибо.